доброго времени суток. Я в предыдущем видео говорила вам, что покажу капор, который я связала. Давайте я сначала расскажу, как я его вязала, а потом я покажу вам полностью изделие. Итак, сначала я, естественно, связала вот у меня на шею. Получилось в виде манишки. В общем, как меня просили, я так и связала. Именно такая моделька. Вот, то есть не широко, не с прибавками там регланными, а именно как, чтобы была как манишка. Естественно, я высчитала, делала образец, по образцу я высчитывала, сколько мне нужно петель. Вязала я в круговую, резинка одна изнаночная, одна лицевая. Дальше, до нужной длины, 15, здесь у меня 15 сантиметров. Провязала я и начала здесь убавлять, это на личико, а здесь я начала прибавлять. Прибавляла я вот, смотрите, таким образом. То есть у меня здесь четное количество петель. И поскольку раз у меня четное, и у меня резинка, то есть я продолжаю дальше вязать резинкой, не переходя там на другую вязку, на другой рисунок. И сразу отступлюсь, конечно, хочу сказать, если бы я вязала бы одними лицевыми, поскольку ниточка не очень толстая, скажем, да, так, то у меня получилось бы очень тонкое изделие. А резинка, она сама по себе придает объем, то есть, значит, она теплее. Получается, изделие теплее. Так вот, по убавкам, по прибавкам, наоборот, что у меня получается, я прибавляла в каждом втором ряду. Здесь я сделала в середине 3 петли, то есть лицевая, изнаночная, лицевая. И от этих двух лицевых я начинала прибавлять, прибавляла, опять же, до нужной мне высоты. Ровно я не вязала, а именно все шло в прибавке. Ну, вот такая моделька. Дальше, что я делала? Дальше здесь я сразу же, практически сразу же начала убавлять. Вот убавила всего я немножко. То есть вот прибавила и сразу пошла на убавочку. Получился вот такой треугольничек. Довязала я до полностью вот до длины, до глубины, скажем, головы, то есть вот таким макаром. Здесь я закрывала петельки, соединяла здесь иглой. Ну, вот такой у меня декоративный шов получился. Вот смотрите, что с изнаночной стороны, вот так вот он получается. То есть очень все красиво, то есть ничего нигде не будет мешать голове, все гладенько, все аккуратненько. Вот такой у меня получился капор. Дальше, вот эта обвязочка как шла у меня. Я здесь набрала петельки по всей окружности, провязала лицевыми. Сколько мне нужно рядов? У меня здесь 13 рядов. Дальше я соединила эти петли, то есть это изделие я завернула и соединила через крючок вот таким, вот такой косичкой, таким вот красивым швом. И вот у меня получился такой красивый капор, красивый капюшон, как можно сказать. И вот такой шнурок, который в предыдущем видео было, я связала, он сейчас у меня просто сохнет, я его постирала. Я его вдену. И вот, пожалуйста, капор готов, его можно носить. Вот полностью изделие, которое я вам показываю. Вот этот капор. Да, если нужен мастер-класс по такому капору, пожалуйста, пишите в комментариях, мы его свяжем с вами запросто. Ну что же, спасибо за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду рада. Всем удачи и пока-пока!